снова здравствуйте, друзья, опять с вами Мишаня. Сегодня я выбрался, получилось так, что выбрался на рыбалочку среди недели. Сегодня у нас вторник, нашел какое-то время и с утра приехал. Ну, пока вот еще на улице такой туман стоит, не знаю, как это будет рыба реагировать, клевать в этот туман и не клевать, не знаю. Посмотрим. Все тот же деревенский пруд в деревне. А что из этого получится? Посмотрим. Сегодня буду ловить на попперы, взбудоражить рыбу от юзурика. Также нашел в своей коробке хорватское яйцо. Хочу попробовать, как рыба будет реагировать на это яйцо. Может, будут какие-то поклевки. Ну, а также орбит 80, где будет поглубже, можно будет поставить 80-ку. Ну, а также тини мегалончика. Вот эти такие воблерки, коробочку я взял с собой. А что из этого получится, вы все увидите. Итак, друзья, пока полный штиль, тишина, легкая дымка, туман на улице. Я думаю, все-таки может поставить поппера, взбудоражить рыбу, потому что всплесков ничего нет. Полная тишина. Такое мнение, что здесь даже рыбы нет. Нигде ни всплеска, ничего. Либо рыба вся еще спит, но мы ее сейчас начнем будоражить. Итак, первый забросик делаем. Рыбачу, друзья, своей же той же самой снастью. Это спиннинг дайва Silver Creek с тестом 3.14 длиною 2.05. Катушка дайва Revros 2500. Ну и нить Super PE Sunline. Если в миллиметрах говорить, это в диаметре 0,16 миллиметров. Рыба вообще молчит, нигде ни всплеска. Не видно, чтобы окунь или еще что-то. Тишина полная, как говорят. Гробовая. Может, еще и рановато. Поклевочка, друзья, не промазала, взяла. Вот эта щучка. Вот вами поппер, взбудоражил я ее. Так, главное, чтобы она еще не ушла нам. То она так держится как-то слабоватенько. А, друзья, вот такая красавица уже с утра нам клюнула. Вот, друзья, красопета, толстенькая, грамм под 700 будет. Такую уже не грех и взять.
из первого раза прям таки взяла. А вот и сработал наш папирочек в Мат-Тайгер цвете. Это уже радует. Прошлую рыбалку был на него промах. Так, как отсюда выбраться, чтобы не нырнуть туда. Прошлую рыбалку был на него промах, а в эту сработало. Интересно, друзья, сразу. Даже никаких признаков, что будет выход щуки. Сходу. И сразу попало. А я перед этим хотел, друзья, опять был всплеск щуки. Сейчас мы обойдем с другой стороны, потому что я здесь ее не достану. Друзья, если был выход, сейчас попробуем еще на этом же месте вытащить. И что это было более такое побольше. Ну, попробуем еще. Сделаем. Был красивый выход. Опять щуки. Но на этот раз промазала. Спущусь я ниже, здесь может будет поудобней. Так, вот туда, где был выход щуки. О, будем пробовать. Окунец, наверное, друзья. Да, окунец. Окунчик. Ну, это будем выпускать. Если это окунец маленький. Вот такой окунишка. Иди, зови папку-мамку. Нам нужна папка-мамка. Мы таких махеньких не берем. Вот вам, друзья, и поклевочки. А гладь сплошная. Даже не слышно, где, чтобы рыба гуляла. Гладь. Так, друзья, сменил я приманочку, поставил я от Касадаки Маскот 80-ку. Вот копия на Z-Bates Orbis 80-ку. Так как здесь поглубже, я думаю, что надо та, которая вышла за попером, как-то ее выманить оттуда. Попробуем. Воблерком, может, на него поведется. Там посмотрим. Не хочет. Оп. Только сказал не хочет, и сразу была атака маленькой шваи.
Итак, друзья, подведем итоги сегодняшней рыбалки. Что можно сказать? Рыбалка никакая, кроме того, что поймана была одна щучка, грамм 700-800 где-то. Ну и такая хорошенькая промазалась. Ну и еще один маленький окунец, который был отпущен. Рыба хищник, то есть напрочь отказывался брать. Вообще ничего его не интересовало. Ну и еще один маленький был сход. Тоже такой, не знаю, что это было. Может окунь, может какая-то маленькая щучка. Тоже промазала. Вот так я провел 4 часа. Да, ровно 4 часа на водоеме. С этого одна щучка поймана. Ну, все-таки говорится, как не за рыбу едем на рыбалку, а за отдыхом. Время, проведенное на рыбалке, не засчитывается в стаж прожитых годов. А всем, друзья, кому понравился вот такой небольшой обзорчик рыбалочки, лайкайте. Жмите на палец вверх. Не забудьте подписаться на мой канал. С вами был Мишаня. Всем приятных просмотров и до новых встреч. Пока!